Здравствуйте, как у вас погода? У нас вчера был жуткий снегопад. Сначала мы обрадовались, а потом, когда отключили у нас электроэнергию, мы немного расстроились. Отключили ее в 11 дня. Ночь мы без электричества пробыли. И сегодня вот уже почти 3 часа дня, и также мы без электричества. Я звонила, спрашивала, когда будет электричество. Никто не знает. Воду тоже отключили, слава богу, запасы воды у нас есть. И котел у нас работает более-менее, дома тепло. Из 3 батарей работает одна только. Вторая, она, ну там секцион, ну не секционная, а первый, второй, третий ярус. Третий ярус не работает, видимо, не продавливает без насоса. А вторая и третья, вот третья самая теплая, ну так комфортно более-менее, но прохладно. Ждем света. Хотела загрузить видео вчера, оно наполовину у меня уже загрузилось, но на телефоне зарядка 13%. Мне сын сделал зарядку, чтобы не тратила сильно. И теперь экономим. У всех телефоны разряжены. Рома, я не знаю, то ли в машине, то ли на работе зарядит сегодня телефон. В общем, вот такие вот у нас дела. Как у вас обстоят погода? Как дела с погодой? У нас уже вон весь снег растаял. Я сейчас сидела, занималась делами. Пойду домой греться.